был замены газового баллона. Двое мужчин погибли, еще двое получили серьезные травмы в результате ДТП в Одинцовском районе Подмосковья. На Минском шоссе в районе Кубинки легковушка, водитель которой не справился с управлением, столкнулась со снегоуборочной машиной. А это уже кадры с Краснодонской улицы в Москве. При повороте направо грузовик с прицепом задел «Тойоту», оторвав у иномарки передний бампер. Из-за аварии было полностью парализовано движение в сторону метро «Волжская».